Everybody sing, cause we don't give a damn about a plan. Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. And we get all through the night to the early morn. Come on and I will take you around. Всем привет, всем привет, всем привет. С вами Лига Music Wars. И сегодня мы будем рассматривать секретное обновление, что там добавили внутрь игры, что там такого секретного у нас. В общем, у меня несколько сегодня новостей, но давайте сегодня с самой приятной начнем. Спасибо ветеринару за 3 подарочка. Подарочки буду открывать позже, 9 числа. 100% не дотерплю. Долго имею в виду, открывать буду все. Не все скупил, я сразу говорю, я стараюсь, но имею в виду, у меня очень плохо выходит. Еще много подарков, а времени остается мало, ребята. Вообще не знаю, как поджать, то есть хоть сутками, короче, фигачить. Ну, это такое небольшое лирическое отступление. Дальше, ребят, я сменил группу. Теперь я в Вульф-клане. Спасибо лидеру Тане, что взяла. А то я такой вот нехороший с таким плохим онлайном. Ну, давайте сейчас к самому интересному, ребята. Это к обновлению. Так, добавили, короче, как вы видели, нового питомца. Он уже появился у банкиров. У них он очень адекватный, выглядит прикольно. Но, не знаю, навыки у него, конечно, слабоватые. То есть можно было и придумать что-нибудь и получше даже. И он будет актуален, ребята, только примерно на 11 уровне. Поржали будет. Так, дальше, ребята, у нас появляется вот такой диск, который тоже, ну, уже запрограммирован, и он будет внутри. Так выглядит. Ну, прикольный, кстати, диск. Ну, вот, который усиливает, короче, хищника. И мы сегодня, ребята, разбираем, короче, не эту штуку. Мы сегодня разбираем вот эту фигню. Что это, короче, такое, я пока не представляю, ребята. Вот я как раз жду ваши комментарии. На стриме все говорили, типа, давай, Серега, давай, доделывай, короче. Я вот вам выставляю. Пожалуйста, ребята, ваши предположения в комментариях вообще. Если честно, я так посмотрел, вот что-нибудь связанное с атомкой, почему как бы я и вопрос этот вообще поднимал. Не знаю, что она делает. Ну, вообще даже предположений, ребят, нету. Потому что ни на что не похоже. До предыдущих апгрейдов она, короче, не доходит. Ну, какой-нибудь, допустим, тоже. На поясок не похоже, да, согласен. На клетку тоже не похоже. Ну, похоже на клетку, но на какую-то мутагенную клетку. Ну, это так, короче, мимоходом. Ну, все, ребята, вот я жду ваши комментарии по поводу вот этого нового девайсика. С чем его едят, что это такое. Ну, пишите. Ну, а сейчас давайте лайкосики. Видео, давайте. Каутро.